10 красавіка Гомельская центральная городская библиотека имя Герцена запрашае горожан стать удельниками юбилейных мероприемств, присвеченных 100-годзю дня ее официального открытия. Установа гостина расчинила свои двери для читачоў 10 красавіка 1919 года у будинку по улице Замковой 59. На той момент она была самой буйной у городе. Фонд складал 55 тысяч томов на русской, белорусской, еврейской, польской, французской и немецкой мове. У день нарождения гостей вечера чекают выставы, встречи с интересными людьми, знакомство с историей библиотеки и коллекциями, забавляльные мероприемства. Завершить юбилейный день вернисаж у центра Герценка, подчас якого пройдет церемония узнагороджения переможцев одноименного фотоконкурсу.